живописец, график, член Союза художников России Алексей Валентинович Ефремов является лауреатом премии губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства. Алексей Валентинович Ефремов – один из наиболее ярких и известных художников современного Екатеринбурга и Урала. Он отдает предпочтение станковой живописи жанрам пейзажа, портрета, натюрморта. Настоящий мастер реалистической живописи Алексей Ефремов хорошо известен екатеринбургской публике как певец уходящего Екатеринбурга, романтичный и живописный. Художник работает в узнаваемой импрессионистской манере а-ля Прима. Его картины создаются на одном дыхании, с натуры, с последующей доработкой в мастерской. И в них много света, искренности, поэтичности, изящности. Ефремов написал множество городских пейзажей Екатеринбурга. Он отдает предпочтение не новостройкам, а тихим улочкам со старыми домами, которые становятся все меньше. Подобно летописцу, Алексей Валентинович стремится запечатлеть на холсте уходящий в прошлое, стремительно меняющийся облик города.
смотря на картины Ефремова, даже давно знакомые места открываются совершенно по-новому. Они покоряют уютом, солнечной палитрой. Каждый видит в них что-то родное и невероятно притягательное. Алексей Ефремов о своем творчестве. «В двух шагах от суеты» – так можно назвать цикл моих живописных работ, выполненных на улицах нашего города. В этих натурных пейзажах, как правило, не изображены ни люди, ни машины. Они не повествовательны, а скорее созерцательны. Созерцание невозможно на бегу. Только остановившись, оставшись как бы наедине с собой, удается увидеть в привычном нечто иное, некую особую среду. И тогда нет мусора и грязи, развалин, неустроенности, нет шума и беспокойства. А вместо этого возникает город гармонии, воздуха, света и чувств.